Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и мы, ребята, начинаем новый сезон, как я говорил, включая в себя мод Pixelmon, да, и еще кучу других модов, да, видите, за мной птичка какая-то там летает, в принципе, действительно, покемоны тут есть, но немного такой уменьшенный их спаун, так как, в принципе... Чтобы не было куча покемонов, как бы, чтобы было более-менее так равномерно распределено и мобы, и покемоны, да. В принципе, ребята, давайте, я так думаю, сейчас немного мы уже хотя бы деревка себе добудем и, наверное, сразу же пойдем в шахты, так как, в принципе, плюс к тому, даже если считать, что нам нужны ресурсы, но, ребята... Еще и нужен отдел масс найти, чтобы все-таки сделать себе хилку на покемонов, чтобы уже их тоже можно было лечить. Ну, это кто тут умер? Так, ребята, если вам понравится этот сезон, ставьте лайки. Если вам действительно будет нравиться этот сезон, то еще раз скажу, ставьте лайки, ребята. Еще раз скажу, я уже говорил, что вы можете определять выход серии, то есть... И серия выходит один раз в два дня, да, но если на видео наберется 100 лайков, да, то новая серия выйдет еще сегодня. Если еще, на новой серии еще 100 лайков наберется, то еще новая серия сегодня. То есть не будет один раз в два дня серия выходить. А если тоже зависит от вас, если вам понравится вот этот новый сезон, если вам понравится вот эта новая сборка, насчет сборки, сборка будет немного позже, не сейчас, а немного позже. И если вам, в принципе, еще понравится сборка... О, это мы еще куда попали, в какую-то ловушку. Если вам понравится вообще, как бы, вот эта идея с этим сезоном... Так, вот так пока что поставим. Если вам понравится идея вот этим сезоном, если вам понравится сборка, если вам понравится, как бы, Pixelmon с другими модами, с мобами, с боссами, да, ребята, то ставьте лайки... Да хоря уже там вещать-то. Ставьте лайки, ребята, и, в принципе, действительно, если вам это понравится, то ставьте лайки. Я посмотрю, если вам, что вам это нравится, и может, я думаю, наверное, мы продолжим, да. Если вы действительно будете активно там комментировать, ну, будете писать что и как, да, писать свое мнение, будете ставить лайки под этим сезоном, под этой сборкой, под этим... как бы новым сезоном, да, с модами, да кто там орёт-то столько. Ну, ребята, если вам действительно вот это понравится, то ставьте лайки, я посмотрю, нравится ли вам это, и если вам будет нравиться вот этот сезон, то, ребята, мы, я так думаю, продолжим. Да. Вот сейчас я... Ух, я же меч забыл. Я так смотрю, пиксельмоны, да, меч тут и так нужен будет. Так. Звуки тут всякие природы, конечно, да. Так. Отлично. Я бы, в принципе, сейчас пошел хотя бы немного какую-то еду добыть. Потому что... Фу, куча всяких там... Потому что еда, в принципе, и так нужна, да? О, башня уже какая-то там, еще одна башня. Да, еда и так нужна, ребята. Поэтому я так думаю, хотя бы мы сейчас пойдем в равнину, да? Хотя бы найдем какую-нибудь зверушку. Ух, это что такое? Какая-то... Какой-то пушин. Так, ладно, давайте пока что вот это все соберем. Вот это можно размножать ли? Ну, вроде как-то можно, но оно как-то... Оу-оу-оу-оу! Меня мурашка коцнула. Офигеть. Так, давайте... Да харе! А-а-а, точно, ребята, смотрите, какие мы мелкие стали. Я же забыл, у меня мод есть офигенный. Я установил. Когда убиваешь какого-то животное, то как бы его функция переходит к тебе, и ты можешь становиться и этим животным, которого ты убил. Вот эти ловушки, тут просто куча. Я не знаю, оставлю я вот этот ли мод с этими ловушками, потому что ловушек тут реально очень просто-напросто дофига, и это не очень.
Вот, ребята, мы убили свинку, да? Смотрите, мы убили свинку. И мы превратились в свинку. Так, только вот она что-то как-то пока... Во, отлично. Вот, ребята, мы превратились в свинку, да? Вот. И мы, ну, в принципе, мы можем брать их функции, да? Например, если мы убьем какого-то птичку или еще что-то, то мы сможем летать. О, girlfriend. Офигеть. То есть у нас еще и девушка может быть. О, ну, здоровки. Ты пока что... О, ты еще и базаришь там что-то. Вау, ну, извини, пока что, девчоночка. О, это что такое? У нас просто пока что еще нам не хватает ни еды, ни фига, поэтому ты пока что погуляй, потом, если что, тебя приручим. О, свинка из... с амбабом, с этим, как его там? С... шляпой, да, тут есть еще и мод на шляпы, вот. Мы нашли двух свинек, у которых были шляпы, да, вот. Если мы их убиваем, то вот эти шляпы переходят к нам тоже, так... Да ты че? Ни хрена себе, да тут еще и курицы атакуют. Не, давайте сначала переключим... Харе, хак! Харе! Офигеть! Я уже думал, сейчас закоцают тут. Так. Вот, сейчас шляпу мы убили, вот. И у нас шляпа поросенка. То есть, когда мы убиваем какую-то зверюгу, да, зверюшку, и то ее как бы функция переходит к нам, и мы можем в нее трансформироваться, да? Ну, как бы превращаться в нее можем. А если мы находим какого-то монстра или еще что-то с какой-то шляпой на голове и убиваем его, то его шляпа тоже переходит к нам. Вот какая шляпа. Так, ладно, пока что мы выключим эту шляпу. Вот так, отлично. Вот так мы выключим. Еда. Еда, в принципе, уже хотя бы немного есть. Давайте порегенимся, а то тут куча ловушек, как я понял, на земле все везде валяются. Это не очень. Я, если честно, вот сейчас прям не знаю, оставить ли вот этот мод или убрать. Потому что тут столько ловушек всякие. Вот так. Самое главное то, что они даже незаметны. Ты просто-напросто... Вот. В две ловушки сразу попал на одном месте. Я, наверное, все-таки этот мод уберу, просто он нереально какой-то хардкорный на начале. Потому что ловушки тут, в принципе, везде. А самое фиговое то, что их незаметно. То есть, если бы были какие-то там шипы, да, нарисованы на земле, что вот там ловушка, и мы бы знали и просто-напросто оббегали бы ее, да? Но нет. И фиг знаешь, где там ловушка, поэтому... Вот, там лава? Да, там лава. Так. О, ребята, смотрите, что мы нашли. А, нет. Я думал, это... А, ладно, так, давайте сначала хотя бы немного себе... Угля возьмем хотя бы пару штучек, да? Как-никак пригодится уголь 100%, да? И хотя бы немного камня, так как... Сделать хотя бы себе тот же меч и сделать себе хотя бы кирку, да. Так. Хватит. Ну, тогда уже возьмем себе, чтобы сделать себе и печку уже, да. Так. Сколько там нужно? 9, нет, 8, 11, где-то 15. Да, приблизительно так, но давайте еще немного. Хотя, в принципе, я так думаю, ребята, уже, наверное, сейчас можно даже в ту же шахту какую-нибудь пойти. Так как, в принципе, и так ресурсы нам нужны, да. Так, давайте выберемся отсюда. Покушаем сначала. Так, давайте еще вот это соберем. Отлично. Ух, уже темнеет, а ночью тут не очень так безопасно, в принципе. Я так думаю, да? Поэтому нам нужно, наверное, все-таки быстрее, как можно быть... Опять эти ловушки. Офигеть. Нам, в принципе, ребята, нужно как можно быстрее, наверное, все-таки спускаться в какую-нибудь шахту. Вот там я вижу на карте какую-то шахту, поэтому... Вот эти куры тоже атакуют, как я...
Офигеть, тут еще и зверюги атакуют. Так, давайте сначала в человека нормально превратимся, да? Ух, валим отсюда. Первый раз вижу, чтобы кто-то от цыпленков довалил. Ух, тут нифига никакой шахты нету. Где тут есть какая-то шахта на карте? Чё-то нифига не вижу. А вот так по местности не очень офигенно бегать, так как... Да харе уже... Ух, еще и куры атакуют! Куры! Дадите вы вон, я еще и бегать не могу. А! Все, валим. О, шахта! Отлично! Давайте нафиг спускаемся в эту шахту, чтобы никакие куры нас не атаковали, да? Все, отлично. Ху, капут. Так, давайте себе парочку факелов сделаем. Чтобы было более-менее так видно, да? Ребята, мы фосил нашли! Опять первая серия, и опять мы нашли фосил. Это капут. Не, конечно, это офигенно, но сразу так фосил найти, это тут... Да! Офигеть! Так, давайте сначала себе меч сделаем. Кирку себе сделаем. И печку на всякий случай себе тоже сделаем. Офигеть, ребята, фосил нашли. Первая серия. Главное, что не только мод Пиксельмон, да, но мы уже и так умудрились найти фосил. Так, ладно. Давайте пока что соберем немного тут уголька. Ну, какого уголька? Ну, уголька, в принципе, тоже, да, но железо, чтобы меч себе сделать потом. И, конечно же, броньку. Бронька, в принципе, уже тут будет нужна, да. Так, давайте соберем немного. Немного, потом больше соберем, да. Так. И еще вот этот, я думаю, можно пойти. Так, что я хотел. Давайте еще, в принципе, немного покушаем. И где наш фосил? Вот он. Да, еще и фосил нашли. Так. А он добывается? Вроде да. Отлично, ребята. Нашли мы даже фосил. Капут. Сейчас, я так думаю, мы, в принципе, ребята, наверное, на серию, на две где-то так пойдем. Там я уже паучин слышу. О. Мы пойдем, ребята, в шахты, так как в шахты, в принципе, нужно пойти, да, чтобы... А, вот почему. Офигеть! Твою мать! А, нахрена мы в этого паука превратились-то? Ага. Все, давай, в нормального, так? Ух, так, ребята, я сюда вернулся, чтобы забрать свои вещи, в принципе. Я так думаю, мы, наверное, все-таки включим режим, чтобы вещи не выпадали, а то просто-напросто капут. И, в принципе, тут... Офигеть! Да, верни меч, зараза! А, я только забежал вещи забрать, и тут уже вот эта чертила заспавнилась, босс. Давай. Давай еще немного. Отлично, ребят. Хотя бы как-никак, но, в принципе, уже его убили. Так, вломаем нафиг этот спаунер. Так. Фу, капут данжик. О, какие-то... О, это что еще такое? Ведро берем на всякий случай. Золотое яблоко, офигеть. Так, что бы отсюда можно уже нафиг выкинуть, что нам, в принципе, не нужно. О, так. И еще что? Какие-то тут potion, mystery potion. Ну ладно, это потом разберемся, что они лечат или просто, или еще что-то там дают. Потом мы это, ребята, разберемся. Сейчас давайте немного добудем еще ресурсов. Капут первая серия, да? И фосил нашли, и... Где там скелетон?
и фосил нашли, и еще и вот это. Еще и умерли. От пауков, да. Так, ладно, давайте сначала вот сюда пойдем, проверим, что там такое. Еще один данж! Идите вы... Да идите вы нахрен, сколько тут данжей-то заспавнилось, твою ж... Да валим отсюда нафиг. Так, покушать. И давайте поставим это сюда, попробуем, что это. Воу, ты... Чё за... Possession 2. Я же какой-то пушин выпил, а не чтобы меня колбасило тут. Офигеть, это еще что такое было? А вот это что? Ух, вот это офигенная штука. Так, чтобы не выходили отсюда, заразы. Чё за хрень? Они сейчас... Слушай, ты, скелетроны всякие. Вы ещё и взрываетесь? Или чё они там... Хрен не узнает, что они там хотели. Так, давайте вот это выкинем. Это я не знаю, что это. Какие-то сиды потом оставим. Пускай будет. Так, давайте в человека. Да твою ж... Вот так вот. Так, чтобы тут еще можно выкинуть. Чтобы так... И пойдем мы вот сюда, нафиг вот этот спанер ломаем, они, не знаю, ну, спанятся они и так как-то. Так, вот, а чё это такое? Так, где оно у нас одно было, вот оно. Фиг его знает, что это такое, это не одевается и... Ладно. Так, это тоже вот так... Вот так. Что еще можно отсюда выкинуть? Давайте вот так и вот так. Отлично, ребята. Дальше у нас тут прохода нету, как я... Где фусил? Да, фусил есть. Я думал, мы его не забрали. Но, в принципе, забрали. Отлично. Так. Давайте сначала вот сюда пойдем. Ну, шахта какая-то не очень такая большая, как я понял. А, нет, есть там еще какой-то проход, отлично. Тут у нас лава, да, алмазиков нету. Там еще какой-то проход. Поэтому, ребята, нормальная такая шахта, да. Мы, наверное, в ней немного побродим все-таки. Там у нас тоже какой-то проход. Давайте сейчас туда пойдем, что там. Немного ресурсов и так, ребята, нужно. Это 100%. Изумруды там, а ну, так, сейчас, факелы, да, факелы есть. Мы, наверное, сейчас печку себе сделаем, да? Сделаем себе печку, сделаем себе железную кирку, добудем немного ресурсов и, наверное, все-таки пойдем отсюда. Вот тут у нас еще и изумруд есть, который мы позже добудем. Еще и железо есть, мы тоже его добудем. И, в принципе, еще ресурсы подобываем. И, я так думаю, уже можно будет пойти с этой шахты, да? Так, сейчас я только еще тут посмотрю, что тут у нас. Какой-то тоже есть проход. И там, ну, в принципе, бы нормальная такая шахта, да. Можно, если что, понадобывать всяких ресурсов. Тут уже конец шахты, но там еще были немного проходов, поэтому мы надолго тут не задержимся, как я понял, ребята. В принципе, я так думаю, давайте уже на этом закончим, ребята. Первая серия нормальная такая. Уже и себе и превратиться можем всяких тут... Всяких тут вот этих... А ну, давайте в скелетона. Вот, скелетон. Чё, у тебя есть какие-то там функции? Не знаю, есть ли, нету. Но у паука есть офигенные функции, как я знаю, да?
Давайте попробуем. Охренеть, какой деловой, да, паук шляпой. Паук может лазить по стенам, поэтому, ребята, это будет офигенно, так как, в принципе, можно будет забираться на высокие, как бы, высоты, да, и там сидеть, и что, убегать от противников. Поэтому, ребята, наш маткип мертвый, как-то я даже не заметил, да, я только зашел, сразу какой-то покемон напал. Поэтому, ребята, в принципе, ставьте лайки, если вам понравился сезон, я на это очень надеюсь. Так как я, в принципе, старался и создавал вот эту сборку, не знаю сколько. Столько там модов перефигачил, чтобы не крашилось, не вылетало и вот этого всего. Поэтому, ребята, я надеюсь, что вам понравился вот этот сезон. Тот же Пиксельмон, да, немного хардкорнее, так как, в принципе, тут есть еще и мобы, да. И плюс к тому, мы еще и будем убивать разных боссов, будем добывать себе ресурсы, и будем крафтить себе броньку и все такое. Поэтому, ребята, если вам понравился сезон, если вам понравилась сборка, если вы хотите продолжение вот этого нового сезона, ставьте лайки, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Подробную информацию о сезоне вы можете найти в группе ВКонтакте. Оставляйте свои комментарии, свое мнение, что вы думаете. В принципе, ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.